It is a great privilege for me to introduce to you, our viewers in Germany, Professor Alexander Behrmann, from a Russian background, from Russia, but living in Israel for 20 years? About 25 years. 25 years. So my question to Professor Behrmann would be, what is his background family-wise, what is his background professionally, and what brought him to Israel? Я родился в 1935 году в Ленинграде, в обычной еврейской семье. У меня была старшая сестра, на 7 лет меня старше, и папа с мамой. И в 1940 году, когда по пакту, соглашению между Германией и СССР, Польша была разделена, я первый раз в своей жизни вместе с мамой посетил Брестскую область, где жила моя бабушка, и откуда родом и папа, и мама. Мама рассказывала, что как раз в этот момент железнодорожный вокзал этого местечка Картуз-Береза был заполнен теплушками, в которых находились те жители этих мест, которые захотели переехать в Германию. Речь идет о том, что советская власть раздала анкеты и попросила сказать, кто хочет остаться на территории Советского Союза, а кто хочет переехать в Германию. И те, кто хотели переехать в Германию, арестовали, посадили в теплушки и отправили в Сибирь. Большинство там было евреев. И вот, я не знаю, как это называть, именно эти люди в большинстве своем выжили. Когда начиналась война, то за 10 дней до начала войны наши родители решили отправить меня со старшей сестрой отдыхать к бабушке. 10 июня нас посадили в поезд, и вместе со знакомыми нас отправили в Белосток. В тот момент они были в Белостоке. В последнюю секунду мой папа взял меня на руки, мне было 6 лет, сказал, что я еще очень маленький, поэтому я с ними поеду 25 июня. И больше мы никогда уже не видели ни мою старшую сестру, ни бабушку, ни родных, которые там жили, двоюродных братьев и так далее, и так далее. В следующий раз я попал туда уже в 1989 году, перед тем, как собрался уехать в Израиль. И мне показали эти места, показали место, которое называется Бронная гора, где было уничтожено 50 тысяч евреев из этих городов и местечек. Well, I'm sorry to hear about the suffering of you and your family during Nazi times, but how went life further on for you during Stalinist time, during Soviet time? Я рос обыкновенным советским мальчиком, и родители со мной никогда не разговаривали про проблему еврейскую в Израиле. Но начиная где-то с 13 лет, 48 год, с подросткового возраста, в газетах советских стали появляться статьи, направленные против евреев и против Израиля. И это меня задевало. Только потом я узнал подробности про нацистскую Германию, тогда я тоже не очень-то знал. И так получилось, что как бы Советский Союз после войны принял эстафету от Германии в отношении государственного антисемитизма. Потом, значит, я окончил школу, и оказалось, что довольно трудно было поступать в институт с еврейской национальностью. Это была проблема в 1953 году, 1954 году. Но до этого была смерть Сталина. И я к тому моменту, к моменту смерти Сталина, уже хорошо понимал, кто он такой. Дошел своим умом, дома мне никогда об этом не говорили. Потом я поступил в институт и окончил его. Это инженерный институт в Ленинграде. Потом я 3 раза поступал в аспирантуру, я хотел заниматься наукой. Мне моя национальность в этом отношении мешала.
Но я пробился, и в конце концов я около 30 лет счастливо занимался наукой в Академии наук. What brought you to Israel? Why did you come to Israel? What triggered that? В течение многих лет я не думал, что я уеду в Израиль. Я был увлечен своей работой, я много путешествовал по СССР, у меня была семья, жена, двое детей. И даже когда моя мама в 1972 году после смерти папы уезжала в Израиль, я считал, что нам не надо уезжать. Но анализ жизни Советского Союза привел меня к мысли, что я не имею права по отношению к своим детям оставаться в СССР. Я понял, что те преступления советской власти перед своим народом настолько серьезны, что много лет вперед Советский Союз не сумеет нормально жить. Когда я объявил это у себя на работе, мои коллеги меня уговаривали не делать этого, что через несколько лет после перестройки все нормализуется и будет хорошо. Я сказал, что я считаю, что этого не будет. Поэтому мы уехали. Другое дело, что когда я попал уже в Израиль, я стал очень много пересматривать свои взгляды на Германию, на Холокост, на Советский Союз. И одновременно я занялся вот общественными проектами, инициированием общественных проектов. Когда я приехал в Израиль, я стал по-другому смотреть на многие вопросы, связанные с Холокостом. Для меня яснее стало, что на самом деле есть много параллелей между Советским Союзом и нацистской Германией. Обе эти страны такого тоталитарного типа, и обе страны уничтожили миллионы людей в процессе, так сказать, своей вот государственной политики. И уже находясь в Израиле, я тоже работал по специальности, я ученый, я доктор наук в своей области, я работал в Иерусалимском университете, работал в Рейховете, в институте Вайцмана. Но чисто профессионально я видел, что можно очень много в чем помочь репатриантам. И мы стали инициировать проекты общественные для помощи репатриантам. Сначала это были проекты, связанные с приемом детей, потом это было профессиональное трудоустройство. И 10 лет назад мы инициировали создание движения за помощь пожилым репатриантам, прежде всего выжившим в Холокосте. 10 лет назад мы проявили инициативу и создали такое общее израильское движение помощи пожилым репатриантам, прежде всего выжившим в Холокосте. И тут есть специфика, потому что сегодня в Израиле живет 200 тысяч выживших в Холокосте. Из них 100 тысяч – это выходцы из бывшего СССР. Но специфика заключается в том, что те, которые выходцы из СССР, они на 90% беженцы. А те, которые из Европы, это узники концлагерей и гетто. Почему такая разница? Потому что во время войны Советский Союз не был занят нацистской армией. И 1,5 миллиона советских евреев спаслись как беженцы. А Европа практически вся была почти занята. И поэтому там беженцев почти не было. В этом разница. С другой стороны, беженцы, еврейские беженцы в Израиле много лет правительством не признавались как пострадавшие во время Холокоста. И вот первые 10 лет нашей деятельности были направлены на то, чтобы этого добиться. Один из способов этого добиться – это было собирать воспоминания и публиковать, чтобы стало известно, через что они прошли. Оказалось, что так как Советский Союз был за железным занавесом, ни в Израиле, ни в Германии, ни в Америке хорошо не знали, через что прошли еврейские беженцы. Потому что их расстреливали с самолетов немецкие летчики, они умирали от болезней и от голода в эвакуации. И как раз из этих воспоминаний это видно.
В 2009 году мы издали первую такую книгу на русском языке, а сейчас мы издали ее на английском. И я рад, что могу подарить вам эту книгу. Она издана только сейчас. Спасибо. But it's very, very moving to hear your story and very powerful to hear your involvement and congratulations to the success that you have achieved. So tell me, please, how did you come to Helping Hand Coalition? Это было, на мой взгляд, очень счастливое обстоятельство для нашей деятельности. У нас была специфика. Мы с первых дней пошли таким путем, что пригласили для взаимодействия все общественные организации репатриантов, которые хотели в этом направлении участвовать, чтобы помочь старшему поколению репатриантов здесь жить. И оказалось, что в нашем движении «Хазиды кого-то» объединились большое очень украинское землячество, большое белорусское землячество, ветераны войны, ну, десятки других больших организаций. И поэтому на каком-то этапе Анджей Гасировский, президент коалиции «Рука помощи Израиля», обратился к нам с предложением объединить наши усилия. И он рассказал, что коалиция «Рука помощи Израиля» ставит своей целью быть мостом между христианами, которые хотят помогать Израилю, и, так сказать, Израилем, и вместе оказывать помощь выжившим во время Холокоста. И я очень благодарен Анджею за то, что он сделал вот такое в нашу сторону движение и взял нашу свою компанию. И кроме того, я очень благодарен Анджею за то, что он познакомил меня с вами, Гарольд, потому что для меня большая честь быть вашим другом. Я вот сказал вначале, что я ненавидел немцев. Теперь у меня все наоборот. Я с большим уважением отношусь к немцам или с любовью. Я понимаю, что немцы были такой же жертвой своего тоталитарного режима, какой были мы на самом деле. И наша задача объяснять молодежи, объяснять всем, что главная проблема не допускать тоталитарных режимов, чтобы они могли делать то, что они делают уже много-много лет, и до сегодня. So my next question to Professor Berman would be about the poverty situation amongst his constituency, your constituency here in Israel. Can you describe a little bit what was the poverty situation after they came from Russia to Israel? What is it today? Мне кажется, самое важное сейчас – это помочь десяткам тысяч выживших в Холокосте, которым не хватает на продукты питания. Я объясню, как это могло получиться. Израильское правительство за последние 25 лет решало свои бюджетные проблемы за счет спекуляций на рынке недвижимости. И это значит, что цены на съемное жилье возросли в несколько раз, а помощь со стороны государства для съема жилья не выросла. В результате вот эти люди, пожилые люди, которые живут на съемном жилье, практически отдают все свое пособие по старости для оплаты за съемное жилье, и у них просто не остается нормально денег для питания. Поэтому вот это на первом месте. И спонсоры, которые будут оказывать эту помощь, они оказывают эту помощь. И мы вот через Анджея Гашировского получаем эту помощь. Я знаю, что другие организации тоже это христианские делают. Мне кажется, это главное направление. Единственное, что пожелание, чтобы стараться, чтобы эта помощь попадала именно к наиболее нуждающимся. Потому что есть люди, которые даже среди выживших в Холокосте, которые все-таки значительно лучше обеспечены. И я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить лично вас, Гарольд,
как руководителя большой христианской организации, которая ставит целью помочь Израилю и выжившим, и все-все христианские организации, которые оказывают помощь Израилю в этом отношении. Это вы делаете очень благое дело, потому что мы со своей стороны тоже пытаемся добиться от правительства помощи. Но не всегда это получается так, как хочется. У нас как раз сейчас этот год получился очень удачный, потому что вот сейчас вышел закон, и он начал действовать, и многие получили эту помощь, но это недостаточно. И поэтому то, что вы делаете, направляете сюда средства для помощи людям, в частности, продуктами питания, это очень-очень важно. So, Professor Berman, how is your organization organized and how is help distributed? How does it work? Наше движение «За достойное будущее» Хазида Кавод имеет отделение в 40 городах страны. В общей сложности это объединяет около 40 тысяч беженцев Холокоста. И в каждом городе есть вот эта активная группа, которая старается помочь наиболее нуждающимся. И когда мы получаем эту помощь от коалиции «Рука помощи Израилю», мы распределяем это по всем городам. Мы распределяем это по всем городам. Член правления нашего движения Ефим Кипнис координирует это все, эту работу. И, так сказать, кроме того, мы очень рады, когда ваша молодежь приезжает сюда знакомиться с жизнью Израиля. Мы организуем встречи их с пережившими Холокост. И набираемся сами сил от них, потому что, когда ты общаешься с молодежью и можешь им рассказать про свой жизненный опыт, это очень взаимно хорошо.